поздравление, соответствующее избранному депутату, и поздравить избирательную комиссию с избранием Юлии Владимировны. Это ваше удостоверение. Оно скромное, утвержденное Центральной избирательной комиссией, но уже когда приступите к работе в Государственной Думе, там уже будет другое удостоверение. Мы вам поздравляем и желаем вам, конечно же, успехов в работе, в сложной работе законодателя, законотворца. Главное, чтобы эта работа приносила пользу не только населению, стране нашей, но, конечно же, мы надеемся на поддержку, что ваша работа будет приносить пользу и помогать Тверской области. Поэтому успеха вам и всего самого хорошего. Владимир Валерьевич, да. Как-то не принято мужчинам, но я думаю, вы найдете, у вас есть очень рядом ответственный человек. Это никто не воспринимает как взятку, если я вам благодарю вас от всех нас. А я вот прогорю Михаил. И в вашем лице, да не появится всех, кто работает в избиркоме, помогает. Спасибо большое. Вы создали такую хорошую атмосферу, в которой было приятно работать. Спасибо вам за это, коллеги. Спасибо, дорогая. Спасибо большое. Сегодня состоялось заседание избирательной комиссии Тверской области, на котором были приняты два важнейших решения о регистрации избранных депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва по нашим тверским 179-му и, соответственно, 180-м округам, где, соответственно, были зарегистрированы Саранова Юлия Владимировна и Василий Владимир Абдуалиевич, которые набрали наибольшее количество голосов по результатам голосования, которое у нас прошло 17, 18 и 19 сентября. И, соответственно, избранным депутатам, уже зарегистрированным депутатам Государственной Думы, были вручены удостоверения об избрании депутатами Государственной Думы. Соответственно, они могут полноценно приступить уже к работе в Госдуме для того, чтобы работать на благо и всей страны, и, конечно же, нашей Тверской области. Мы превосходно знаем Владимира Абдуалиевича, который неоднократно представлял интересы Тверской области в Государственной Думе, знаем его авторитет, знаем его опыт, и Юлия Владимировна, которая впервые избралась, но, я надеюсь, с новыми мыслями, с новыми идеями, тем более, что она занималась такой благодарной деятельностью, как волонтерство, добровольчество, что этот тандем сработает на отлично. В моем понимании, кампания проводилась конкурентно, прозрачно. И я думаю, что в целом она выразила те настроения, которые существуют в нашем обществе, и симпатии избирателей, мне кажется, отражены были в полной мере. Но это моя позиция. На самом деле, это такое ощущение такого большого, интересного, нового пути. Потому что на самом деле, ну, за свою жизнь я много раз начинала что-то новое, и в этот раз я чувствую, что те возможности, которые есть в Государственной Думе для нашего региона, для жителей нашей территории, конечно же, я буду рада быть тем человеком, который максимально эти возможности для нашего региона постарается тоже, ну, как бы использовать, привлекать и надеюсь, что да, вот наша такая команда будет сплоченно работать над этой задачей. Я уверена, что так и будет. И у меня такое вот, ну, предвкушение хорошей работы.